Высокий суд Лондона рассмотрит апелляцию на арест на 22 месяца политика и бизнесмена Мухтара Аблязова. Как пишет агентство Bloomberg, такое решение принял судья Мартин Мурбик, отметив, цитата, «Поразительно, что страхи Аблязова за собственную безопасность были озвучены только после того, как суд вынес приговор. Английское правосудие не заинтересовано в том, чтобы требовать от Аблязова сдаться при условии рассмотрения его апелляции, как бы плохо он себя не вел». Конец цитаты. Напомню, высокий суд Лондона постановил арестовать Аблязова на 22 месяца за неуважение к суду 16 февраля. Позже суд решил лишить Аблязова права на защиту, если он не сдастся до 9 марта британскому правосудию. Однако экс-глава БТА-банка подал апелляцию за сутки до истечения этого срока 8 марта. Как пишет Bloomberg со ссылкой на адвокатов Аблязова, апелляционный суд может начаться уже в июле. Отмечу, что главный оппонент действующего президента Казахстана не раз указывал о том, что опасается за свою безопасность, и иски против него со стороны БТА-банка политически мотивированы. Местонахождение банкира неизвестно.